сегодня я пригласила незаурядную личность, талантливую, причем многогранную, девушку с характером, с внутренним духовным стержнем, которая прошла многие коллизии судьбы, вывела себя на большую музыкальную сцену и заявила о себе как о талантливой певице с характером. Здравствуйте, Елена Гасьева у нас сегодня в гостях. Как произошло ваше знакомство с музыкой и когда вы поняли, что именно этой стезе вам надо отдать все свои силы? Первоначально это было решение мамы, за что я ей очень благодарна, конечно. Но я знаю, что очень весомый вклад в выборе вашей профессии, да и своевременному раскрытию способствовал ваш духовно-музыкальный наставник. Это легендарная Долорес Белоунова. Да, вот хотелось бы поговорить о знакомстве с этой женщиной, что она вложила вот в ваше музыкальное раскрытие. Она вложила себя в мое музыкальное раскрытие, потому что это действительно человек, который даже не просто как музыкальный наставник, она была наставником во всем абсолютно, в том числе и во взглядах на жизнь. Мы были очень-очень близки, в принципе, она была близка со всеми своими учениками. Она участвовала в нашей жизни наравне с мамами. И вот произошел тот долгожданный момент, наверное, роковой в вашей жизни, когда она решает, посоветовала вам выехать за пределы Осетии. То есть это вот это предложение, как вы восприняли, и что в вашем мироощущении изменилось уже, когда вы покинули Осетию и переехали в город Лилль во Францию? Было две возможности. Или уехать в Москву, или уехать в Европу. Она посоветовала, конечно, уехать в Европу, потому что это совершенно другая школа. И вот этот вот симбиоз российской и европейской школы, наверное, благоприятно сказался на моем становлении музыкальном. В плане того, что изменилось, я, наверное, стала более автономной, потому что система обучения совершенно другая. И учащийся предоставлен по большей части сам себе и прогрессирует самостоятельно. Ну, насколько я поняла, и маму вы потом перевезли во Францию, да? То есть да. Получилось так, что Франция стала вашим вторым домом или нет? Да, потому что когда я в Осетии, я скучаю по Франции, а когда я во Франции, я скучаю по Осетии. А где больше вы черпаете силы вдохновения? В Осетии? Подпитываюсь энергией в Осетии, потому что здесь находится большая часть моей семьи, друзья, знакомые, коллеги. И приезжая сюда, я заряжаюсь. А потом благополучно растрачиваю эту энергию во Франции. Ты знаешь, Лен, думаю, что многие меломаны, твои поклонники, не знают, что родилась ты в Южной Осетии. Да. И для меня самой было открытие, когда я узнала, что ты все-таки южанка, родилась на юге. Расскажи, пожалуйста, вот помнишь ты что-нибудь из своего детства? Или ты была очень маленькая, когда переехала в север? Я была маленькая, когда мы переехали во Владикавказ, но
все мои каникулы проходили в Южной Осетии, поэтому для меня это самое любимое место на Земле. А вот ты периодически приезжаешь, посещаешь, наверное, свои какие-то любимые уголки. Что, вот какие-то отличия, вот что меняется из года в год? И вот сейчас ты посетила с концертом, что ты чувствуешь? Сейчас, ну, вот последние несколько лет, конечно, гордость за то, как моя республика восстанавливается после разрухи, после войны. После 2008 года, конечно, было очень больно смотреть на это все. А в плане вот музыкальных каких-то твоих наблюдений, что ты можешь вот подчеркнуть, и есть ли у тебя какие-то вот лица, с которыми ты могла сотрудничать в музыкальных тандемах из Юга? Могу подчеркнуть то, что у нас уйма талантливой молодежи, которая нуждается в поддержке, которая нуждается в том, чтобы иметь возможность продвигать нашу культуру везде по миру. Тебя часто называют разножанровой певицей. В принципе, я в этом сама убедилась, побывав на твоем концерте. То есть тебе прекрасно удаются как оперные вещи, так и эстрадные, романсы даже вот прозвучали, да. И очень приятно, что молодые поэты, совсем неизвестные тоже вот с твоих уст, в твоих песнях, получают тоже известность и жизнь какую-то творческую. Это специально твой выбор такой, или ты просто сама себя ощущаешь такой многогранной певицей? Или в каком жанре тебе легче? Мне кажется, не столь важен жанр, сколько важно ощущение и вот эта перцепция вещи, которую ты будешь исполнять. Действительно, я не говорю, что такого опыта было много в моей жизни, но есть талантливые люди, такие как Алан Чаджемов, прочитав стихотворение которого, я просто сразу услышала песню. Ты очень органично исполняешь песни на разных языках. То есть вот на французском у тебя звучат, на итальянском, да, песни есть, на испанском даже, на родном. Но почему-то наш родной не считается музыкальным языком, хотя с этим можно поспорить. Вот эта вот органичность знаний языка, то есть как ты, они легко тебе даются, или ты с детства изучала языки? Нет, я, как обычные люди, учила в школе английский язык. Просто, наверное, когда человек музыкален, он воспринимает на слух быстрее и легче другие языки. А когда ты знаешь один иностранный, то, мне кажется, выучить второй, третий, четвертый уже не так сложно. А
А вот во Франции ты уже была, наверное, с базовыми знаниями, да, вот в французском? Нет, я уехала туда с базовым английским. Английским, да? Трудно было адаптироваться или Франция тебя приняла все-таки? Ну, вначале было, естественно, трудно, потому что ты не знаешь языка, ты говоришь на английском, а французы такой народ, который не любит чужие языки, к сожалению. Иногда хотелось просто собрать чемоданы и бежать домой. Вот, но что остановило? Цели. Целеустремленность – еще одно качество нашей героини, и это очень ценно, и я лично очень ценю это в тебе. Наверное, именно это качество дает тебе силы дальше подниматься, искать новые горизонты. А вот, опять-таки, возвращаясь к Франции, живя там, очень много сходств иногда, параллелей находят люди, которые переезжают туда с нашей культурой, с осетинской. Вот, есть у тебя какие-нибудь тоже наблюдения в этом плане? Ну, мы, конечно, совершенно разные, разный менталитет, разные взгляды на жизнь, но мне кажется, это не только с французами, но и со всеми нормальными людьми сходство можно найти. То есть есть люди, у которых есть культ семьи, культ старших, культ детей и много чего другого, уважение друг к другу. Так же, как и есть люди, у которых этого нету. То есть, мне кажется, судить именно по национальной принадлежности не совсем правильно. Ты выступаешь там на большой сцене? Или... Да. И что ты чувствуешь от тамошнего зрителя? Какие-нибудь отличия с нашим северо-осетинским? С юго-осетинским? Ну, осетинский зритель, он, конечно, ближе в любом случае. И приятнее выступать перед своей публикой, нежели перед, не назову чужой, но перед другой. А в принципе, мне кажется, зритель, который приходит именно на твой концерт, он ценит именно то, что ты делаешь, и поэтому всегда тепло воспринимает. То есть каких-то кардинальных отличий я не нахожу. Ты производишь впечатление очень волевой, сильной натуры, женщины целеустремленной. Это так или все-таки есть в тебе какие-то слабости, которые ты бы хотела перебороть? Лень. Наверное, это черта творческого человека. Пожалуй. Возможно, да. Ну, мне кажется, для любого человека стержень, целеустремленность и воля должны присутствовать в характере, потому что иначе человек топчется на месте и ни к чему не стремится. А вот по приезду сюда, я знаю, что ты приезжаешь надолго, месяц остаешься, даешь тут тоже какие-то концерты, то есть без работы не остаешься, перманентно у тебя происходит выход. И что больше тебе нравится вот по приезду в Владикавказ, что первым долгом, что ты делаешь для души? Ем пироги. Ешь пироги и, по-моему, сама любишь готовить, да? Бывает. Бывает. Но я человек настроения, поэтому, когда оно есть, то я это делаю с удовольствием, а когда его нет, то... По формуле сильной волевой женщины, что значит быть счастливой? Это гармония с самим собой. Когда ты смотришь в зеркало и не... хочешь чего-то в себе исправить,
когда ты смотришь на то, что ты сделал, и не хочешь ничего исправлять. И когда ты убеждаешься в том, что тебя воспринимают такой, какая ты есть, в тебе не пытаются что-то изменить, значит, все правильно. Вы сегодня счастливый человек? На 98%. Ну что ж, мы вам желаем, чтобы этот 1% тоже восполнился, и новых вам горизонтов, творческих успехов и любви. Спасибо большое. Спасибо большое, что согласились принять участие в нашей программе. У нас была в гостях певица Елена Гасиева. До новых встреч музыкальных. Всем доброго.